канале. У нас наконец-то наступило лето, и я, как обещала, правда, та задумка, которая у меня изначально была в силу неких обстоятельств, не сложилась. И сейчас, пока я села записывать, у нас наши волшебные соседи решили поорать. И если все же при закрытой при этом форточке вы услышите потусторонние звуки, ну извиняйте, не обессудьте. Я разбиралась, и вот тут даже попрошу. Люди, что будут вякать в комментах, что им не слышно, включите на полную мощь и оденьте наушники. Ну, а если вам совсем не слышно, что-то не устраивает, то валите к тем, у кого слышно, и все устраивает. Я разбиралась, и помимо кукол, которые уже нашли своего хозяина и будут отправлены на следующей неделе, собственно, как я приеду, нашла еще кучу всякого интересного, еще и бумажного. И в конце тоже я, наверное, вам выдам какой-нибудь сюрприз. Ну и желающие могут написать мне насчет этого сюрприза в личку ВКонтакте. А вообще звуки, возможно, даже будут не только производимы мной, но еще и моим котом. Ибо он тут стабильно шастает, возможно, даже пошуршит пакетиком. Я тут нашла коробки спичечные. Я одно время их коллекционировала. И да, вариант исключить кота с потусторонними глухожачьими звуками из кадра отпадает, потому что если я помещу в сумку кошачью переноску, то, скорее всего, он будет издавать звуки типа мяу. На шепот я не знаю, у меня, наверное, тихий просто голос, шепот, что-то не судьба мне сегодня шепотом. Но зато у меня тут, смотрите, я их скотчем обсобачила особенно в далеком детстве. Тут у нас и череп овец. Слушайте, тут город Рыбинск, три черепа овцы, еще один гомик. Ой, люди, только не лопите потом, что вот, если кто-нибудь из черепа овца и перелит, что я оскорбляю город, и не оскорбляю. Можете поиздеваться над обличем, если вам будет от этого легче. У нас гипнопонт. Я, честно, некоторые из них попыталась открыть. Но, видать, от старости, для чего еще и не судьба. А вот этот выдвинулся. У нас есть типа Галины Пьянки. Чикен ток. Не совсем Галина Пьянка. Файн Вудс. Куриный бульон. Нифига. Пусто. Даже ничем не пахнет. Вообще, я слышу вот эти шорохи все бумажные. Хоть камера у меня слегка подальше, но мне кажется, при желании можно услышать вот эти шорохи и вам. Да, насчет камеры так Лёля не загоняйся, если на это хочет. Но я не загоняюсь, я просто вот это как бы говорю. Кстати, я открыла. Еще один. Вообще не знаю, для чего это дело. Это тут тоже такой слегка деревянный коробочек. Но, скорее всего, я их разорвала. Скорее всего, я их снесу в сад на бумажное сожжение. И у нас будет салат, который можно будет в стульчик удобрить растение. Я вот над ухом у себя подержала. Я, конечно, до сих пор не слабую этого эффекта ваших ножков. Ну так. Типа, ой, прикольно. Наверное, это был
резкий звук. Вот это розовый коробочек. А тут вообще без никто. И тут даже такой, типа как откуда-то приехавший коробочек. Еще у меня тут еще есть коробочек. Начал звучать, да? А я хотела вообще полистать журнальчик, но мне показалось это каким-то слегка ленивым. Ну как-то листаешь, да, вам потому что классно, а мне не надо. И я бы, наверное, его листала снова быстрее, то есть вот это растение. Как обычно делаю. Еще надо было заглянуть в блокнотик и глянуть, что там меня просили по поводу СМР, потому что я ни хрена не помню. И тут я даже разрисовала. Оставлю на память, пожалуй. Вот. Слушайте, я не только разрисовала, я его даже лаком покрывала. Кому коробочку? Видимо, имитация плиты, что ли, или чего, не знаю. Кто-нибудь из вас коллекционирует или там, может, кому-то интересно видео для одного чего-то. Я тут нашла коробочку с куклами бумажными. Какие-то там журналы, возможно, даже журналы Маруся. Еще какую-то не бумагу мне подрисовала. Да, кто-то там, я не сразу поняла. Я была сильно занята, и единственное, тем более занята, прочитала сначала на имейле, мне родители разъедили, кто там писал, что я пренебрежительно отношусь к родственникам, я не знаю, что у нас сумелось быть пренебрежительно, но, по-моему, я очень даже отлично и с восторгом и восхищением отбиваюсь от своих родственников. Так что, если вдруг кого возьмет змея очередная, я понимаю, что он типа не столько обращает внимание на такой бред, типа хейтеров или понял там, то, ну, я понимаю, что у тех, кто это пишет, они вряд ли включают мозги, потому что их целью идет несколько иное. Но все же я нормально отношусь к своим родственникам. И это может быть просто такой стиль слегка общения. Балабановская экспериментальная фабрика. Калужская область. Балабанов. А что, звук? Вообще, я, допустим, раньше засыпала под звук дождя. Говорят, что монотонное, но вроде как успокаивает. Звук вас это тоже успокоит кого-нибудь. Клавиши отшивать. Кажется, я их раньше коллекционировала. Нифига их коллекционерша. И почему? В принципе, если есть кто до сих пор или внезапно, возможно, собирает такие клавиши отшивать, отдам. С удовольствием на вечное пользование.
какие-то машинки. Там даже типа комикса какого-то. Вообще, насколько мне известно, у меня должны быть тут эти любовь это такими мальчик-девочкой, похожие на обезьянок. Можешь под конфетку. Куда ты бежишь? В общем, если кто там фанатеет вдруг внезапно мимо, как я, или даже подписчик бубайгумов всяких, отдам. Пишите вы. В идеале, конечно, пересечься в Ярике, но если что, кучные ряжки можно послать. По-моему, они прикольные так шебуршат. Под бумажками это так вот разумевал, и номер их. Заодно сейчас посмотрю с вами, что тут у меня есть. Чего тут только нет. Машинки одно время тащилась. Все с подушкой с одной менялись этими машинками. Какое-то животное. Еще машинка. Чувак с огромной головой. Болеет, наверное, чем-то. Это, по ходу дела, была переводилка. То есть Том и Джерри. Какой-то носатый чувак. Какой-то Италия на гостиной, хрен знает что это. Жирафа. Билет. Куколичка Лязница на 5000. В каком-то году это было. О, у меня была такая корова. Корова Мукуся. Даже подписана. Слушайте, ты ж похожа. У меня в прошлом году родственники привозили что-то в деревню. И попутно там выгрузили
муж моей сестры Даши сказал, что это было в нашем гараже. И говорит, ну, верил, что там нет обезьянок. Ну, и я с соседом, который видео недавно родилась, как раз там снесла эту корову, там еще что-то было. Что-то неведомое. Вот. Это я рисовала как-то мышку. Есть у меня такая мышка розовая. Звали ее Марфуша, оказывается. Потому что подписана. Но узнаваемая такая мышка. Клубничная жвачка. Подозреваю, что не видно в камере, что-то вообще намалевано. Какая-то фигня. Люди орут на улице. Типа обезьяна из коллекции стрёмки. Жвачка под названием Чао. К сожалению, больше ничем не пахнет. Но должна была, наверное, мятой. Упаковка от жвачек Чао. Неведомые люди. Мартополь. Двое на одного. Причем двое молодых. На одного старого. Бомбонки. Ну, леденцы такие были там бомбари, да? И что-то в этом роде. Это что-то неведомое вообще. Я думаю, в общем, когда я проводила очередной конкурс, я посоветовала стать моего. Я сказала, что в основном, конечно, предлагают косметику на конкурс, но, типа, можно и так. Было бы, наверное, совсем извращением сказать, Лёля объявляет конкурс на своем канале среди подписчиков. Подарок. Вот это вся хрень. Выкинуть жалко, а так тут кому на подарок. Я потом спрятала. От какой-то карамельки. С птичкой. Ну что такое птичка? Карамель Марина. Бабаева. Слушайте, раньше такие карамельки были. Салфетки. Клубника. Папайя. Hot Front. Так, батончик офигенный. По-моему, было как.
Может, батик. Чеку, ладно. Мишка про салаты и конфеты. Красный октябрь. Опять чувак с длинным носом. Длинный. Без понятия, кто это. Син-син. Обещала вам этих, это любовь из, а видимо они не тут. Может, я вообще их в свое время кому-то подарила. Прикиньте, с капитанком надо быть, чтобы все это в детстве коллекционировать. Приходили в гости, то иногда вот декор ради стоит такие штуки. Иногда стекла ради мы с сестрами друг на друга, ради воздвига, в общем, конфетку, Машку конфетку, даже или кусочек черного овощного хлебушка, и кому повезет. Это последняя коробка, было их очень много. Одну часть выкинули в этот сад, в смысле, сжечь. До сих пор, если вот конфетка, что-то по типу вот такой. Такие обычно коробки бывают, да, молочная конфета. Если я ее слопываю, то я стараюсь по умолчанию рефлекс сделать подобное, чтобы стоило.
обычный раритетный домашний мусор. С вишечками карамелька. Маска. Какая-то маска. Я думаю, в таких бумажках уже, конечно, не найдешь. Сильно раритетная. Вот когда нам дарили подарки детям, то маску исключительно у нас выбирала бабушка. Это была бабушкина взятка. И до какого-то возраста, до какого-то года я вообще маску в конфеты попробовала покупать, может, ну, 4-5 лет назад. Я так до сих пор, ну, до того времени, ну, может, лет 27, я считала, что если снять маску, то ты хлопнешь ластами, потому что у нас могла есть только бабушка. Да, вот такой вот ряд хат у нас был в Америке. Даже бумажка с остатками маски, белочка, петушок, бумажка с остатками петушка, фольга, видишь? Еще один видеся. Оставлю одного видеся. Вдруг кому захочется конфетку, муляж от Лёли. Вдруг. Ну-ка, отними. Девочка, кому не сделала собачки. Первая коробка сделана в Советском Союзе. А эту коробку я ставлю. Сделана в Советском Союзе. Мало ли, есть какие фанаты Советского Союза. Среди тех, кто смотрит Лёлю. Сделана в Советском Союзе. Там даже было прослойка из этой парки. Сделано в Советском Союзе. Сделано в Советском Союзе. Игрушки, карамелька. Конфеты курортные. Город Липецк. Вот здесь бумажка на конфеты курортные, остатки, с остатками конфеты курортные. Зилта, Зилтина.
Конечно. Золотая рыбка, походу. И, походу, белая. Делалась эта рыбка в Риге. Видимо, времен Советского Союза. Ромовая карамель. Это, слушайте, тут наскальная живопись. То ли меня, то ли моих сестер, то ли всех вместе. То ли вообще родственничков. Наскальная живопись от Лёли. Жечь в саду. Наверное, было громко. Тут, походу, дела были акварельные краски. Беларусь, Борисов. Еще один ящичек. Даже вроде что-то шевелится. Какая-то штука. Напоминаю, вода – это жизнь, чистая вода – это здоровье. Водоочистительные установки «Струя». Производство от 100 до 1600 метров, кубических метров в сутки. Пятигорск. Первая, наверное, реклама. На Ленинском маяк сделано. Этот почему-то скотчем залеплен. Разваливался, что ли? Любила все такое разбирать иногда, особенно то, что нужно, я как-то разобрала позолоченные часы. Но я подозреваю, что мне тогда попало часы. Ой, это я разбирала тамагочу. У меня была тамагоча. Маленькие гости. Иконка, на которой типа тамагочи. Покойся с миром, тамагочи. Ух ты. А тут, походу, дело пудра. Она даже просыпалась. Пудра, хрен знает какого пудра выпуска. Надо потом эту тряпочку надо постирать. Пружинки от ручек. Были раньше такие ручки с пружинками. Я любила из этих пружинок делать какую-нибудь одну хрень. И вот эта хрень. Что это за хрень, непонятно. Тут еще какая-то фигня. Не поверите. Походу тут стружки. Карандаш. Когда вы точили, это учтили. Птицы России. Еще один стружок. Я его открыла, из него такой какой-то дымопар вышел. Там тоже была какая-то фигня неведомая. Мы покидаем, что ли, с вами мусор. Звук бумажный. Кто хочет?
вас есть желание займите вкладыши от жвачек и к ним несколько бумажек раритетных конфет. Раритетных бумажек конфет. Возможно, даже этот разрисованный мной. Типа коробочек. То можете написать мне в комменты или личное сообщение. Отдам на пожизненно. Ну, если никого не возникнет, то я просто это покину нафиг. Я был, конечно, устал выставить Авито или Авито. Мне удобнее приносить Авито. Типа, а там собрали руки вкладыши от жвачек. Но, ренька-то. И то, наверное, займусь этим не раньше, чем после 13 июня. Короче, если вы прикупила машину, словили мурашки, то я рада. Я по ходу дела между тихим и шепотом так как-то говорила. И у меня почему-то начинает болеть горло. Не знаю. В общем, всем спасибо. Спасибо тем, кто это осилил до конца. За это я дарю вам позитив.